Мальшасар! Уда! Гуан! Друзья, подписывайтесь на канал Guys of the Eye, канал по прохождению игр на PlayStation 4. Там вы найдете Ведьмак 3, Watch Dogs, Bloodborne и многое другое. Заходите, друзья, будет интересно. Ссылки в описании. Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Арби, и мы вернулись в Far Cry Primal. Так, нам нужно было найти одного аборигена. Или мы его уже нашли, я не помню. Так, нет, мы его еще не нашли. Но надо будет найти, в общем. Так, изготовление. У нас тут есть, так, копья. Урон улучшается, прочность и скорость. Следующий уровень точно так же. Так, брошенное копье наносит больше урона. Отлично. Это очень-очень хорошо. Нам бы лук улучшить. Ну, хотя, нам найти вот эту девчонку, и она нам даст вот такие хорошие лук. Прошу, она нам даст. Она нам даст длинный лук. И она нам еще даст двойной лук. Так что нужно будет ее найти. Так, навыки у нас есть какие-то. Так, это что? Кулинария нам не нужно. Зрение охотника. Так. Кошачьи нам не нужны. Сова атакует. Это тоже поиск ресурсов. Ну ладно. Тогда, наверное... Волки мне все-таки нравятся больше, так что оставлю вот так вот. Так, дальше. Карта. Наверное, пройду вот это задание. Или нет, сначала сюда пойду. А потом... Это что там? Это волк? Блин, услышал меня, убегает. Блин, куда ты? Так, это обычный серый волк. Да я понял, только я не помню, как разводить костры. А, это тигра. Так, куда бежишь? Стоять. И отдал мне быстро шкуру, если можешь валить. Так, у нас тут какие-то гости есть. Так, это наши. Понял, это... А где? Кого вы там, кидаетесь? А, вот ты где. Блин. Все, мой волчара. Эй, ты чё? Я тебя трогал. Я сейчас... Так, дам дубинкой твою. Все, пошел. Тебе это не поможет, блин. Валяешься, тварь такая. Так, это козлята. Так. Нам нужно идти туда. Так, опять сюда идет. Ага. Тут я просил вообще возвращаться. Собли зубы. Как разжигать костры? Тут есть такое? Ну да ладно. Пойдем дальше. Потом с этим разберемся. Лагерь мертвого дерева. Так. Так, тут плохие ребята. Эй! Кто моего волчонка обижает? Не понял. Туши. Так, дальше. Тут плохие ребята или хорошие?
никого, ничего не видно. Они в пещерах, видимо, своих, в хижинах. Там кто-то есть. Обыскать, обыскать. Так, погрелись. Сколько мяса, блин? О, кто-то мамонта зарубил. Южный камень. Южный камень — это хорошо. Особенно когда северный. Так, мы пошли. Где-то здесь должны быть людишки. Всех мясо забрали. В любом случае здесь никого нету, так что оно им больше не нужно. Опять, блин. Вы достали уже. Сваливай давай, кошак. А ты давай возвращайся. Так, кто тут? Первый готов, второй готов. Отлично. Блин, палки нужны. О, мамонты. Мамонты, кругом мамонты. Так, что тут у нас? События Винджа, спасение. Да 5 сек. Что-то спасти надо было, да, дружище? Это не... О, камни, вот вижу, камень, 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 камень. Северный черный камень. Что такое? Не... Так. Так, камней больше нету, по-моему. И тут становится холодновато. Рядом нету, так что надо будет по-быстрому добежать туда. Все, бежим, 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 бежим. Так, он здесь вообще заберется-то? Видимо, нет. Черт, это плохо. Тут оббегать нужно как-то. Так, да, мне нужно пройти здесь. Вот так. Обойти эту гору и пройти так. Понял. Бежим обратно. Мочите этих придурков. Не знаю, как их там. Все время забываю. О, цветочки. Медведь еще. Ой, нет. Все, гуляй давай. Северный черный камень. Так, вот, деритесь с мишкой. А мне пора сюда. Вот костер, костры, где-то костры. Так, нет, не костры. Зажжем дубинку. Зажжем дубинку, я сказал. А, мне просто дубинкой можно греться, что ли. Так это вообще шикарно. О, я вообще в огне. Сейчас быстренько согреемся. Так. Ну, это вообще оказалось легче легкого. Так, мне туда. Здесь есть где забраться. Так. Так, вот. Где-то здесь должно быть. Я иду за тобой. Ну вот что за руки, блин? Стыд, позор. Так, порт большой Дарвы. Так, у нас тут кто? Племя плохих. О, блин,
Да что такое? Да блин, я попаду вообще. Да сдохните вы уже все. Блин. Лечить, конечно. Слышь ты. Ах ты падаль. Лечимся, лечимся, лечимся. Сдохните. Сейчас я тебе помогу. Эй, ты чё? Ну блин. Да что такое, блин? Где-то еще рядом здесь со мной дерется один. На тебя. На тебе, падла. Так, лечиться. Чтоб вас пчелы съели. Уроды. Ничего, я просто был не готов к этому сражению. Сейчас я с вами быстренько разберусь. Так, куда мне нужно было? Туда. Все, где мой пес? Где мой пес, не понял. Все, пошли за мной. Давай сразу туда. Ничего, сейчас я вам покажу, твари. Сейчас вы у меня получите. Так, всего 5 стрел. Это очень плохо. Но ничего страшного. Так, подожгу ее. Гори ясно. Так, они где-то там бегают теперь. Идут сюда, что ли? Доставьте моего пса, блин, достали вы уже. Да садись, дурак. Все, поджигай. Да поджигай, я тебе сказал. О, блин, опять пристали ко мне. Ну что, сейчас я вам устрою, собаки. Давай, выходи. Ну как, нравится? Блин. Ну как тебе? Всех спалить надо будет. А ты чё, там умный что ли? Блин, ну ты тварь. Сдохни уже наконец. Ой, еще тут. А ты куда побежал? Ты куда бежишь? Ой. О, так это женщина. Прошу прощения. Вот и все. Все, лечимся, лечимся, лечимся. Бежим, 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 бежим. А вот и не попал. Достали.
падла, держи. Все, молчи. Так, палок у меня нету. Так, откуда еще стреляют? Лечись давай. Так, зажженные стрелы лучше всего. Держи. Сейчас с вот этим разберемся, чтобы он нам тут не мешался. Ну, все, последняя стрела. Блин. Чертовы аборигены. А, нет, нет, нет. Блин, чуть не умер. Так. О, у меня еще метательные ножи есть. Круто. Я про них совсем забыл. Так, это зажжем. Держи. Воу, воу! Ничего себе! Силачи, блин! По-тихому очень жаль не получилось. Сейчас к следующей точке. Давай к следующей точке сразу. Так, сейчас их обойду без палева, если у меня получится. Очень надеюсь на это. Ага, обошел, блин. Так, что тут у нас? Да спускайся уже, хватит орать там. Ну я тебе сдохну уже. Так, палок у него нету, есть только дубинка. Вот тебе. Так. Так. Так, понял. Сдохни уже, тварь, сдохни. Чё они такие живучие-то? Блин, не умирай только опять. Так, у меня тут какие-то повелитель огня, что? Так, сейчас я вам устрою. Ага, устроил. Так. Все, придется опять бежать. Что такое, блин? Ничего. Сейчас подождите, ребята. Так, блин, ему ни огонь, вообще ничего не страшно. Чего орете, придурки?
Блин! А как он меня увидел-то? Да вашу мать! Еще один! И все вот эти, блин, с броней, которые... Так, одно копье у меня есть. На тебе башку. Да против них вообще ничего не действует. Что же с ними делать? Так. Так, давай поджигай стрелу. Мой волк идет. Так, их если только со спины убивать, но... Очень маловероятно, что у меня это получится. Так, давай. Вообще не получается ничего. Ой, блин, как они достали. Опять убили моего песика. Так, все заберем у них, пока они там ходят. Это что, нельзя забрать? Понял. Зато это можно. Нельзя. У этого я все смотрел. Блин, здесь же было больше трупов. Вроде бы. Так, сейчас попробую. Не получается. Отлетают просто. Блин, их нельзя со спины убить. Да что такое? Как их тогда убивать? Да сдохни ты уже, наконец-то, хоть один умер. Ну, обыскать, есть. Так, давайте сюда. О, и второй умер. Достали вы уже. Блин. Знаете, дубинкой. Все, наконец-то. Блин. Наверное, я слишком рано просто пришел сюда. Не прокачан, поэтому было так сложно. Да, конечно, мы так с ними и справились. Давай под затыльники. Удаха, Мальшасар! Удаха!
Ну все, хватит драматичности. Все, молодец, у нас теперь есть пленник, и он будет нас учить. Тайники добавлены, новые ресурсы. Так, хорошо. И у нас куча новых заданий. Очень даже много. Так, что ты хочешь? Смарка, ну, пошла ты. Так, нет, подожди, изготовление сейчас сначала. Это бомба ярости. Ну давай нам бомбу ярости. Навыки: стойкость, уменьшение урона получается в ближнем бою или при нападении зверей. Конечно. Изготовление. Больше ничего я изготовить пока что не могу. Мне нужен южный камень. Такар, Уинджа Вантар, Шаскаухим Шалла, Маси Вайчай Хатра Ванна. Пойду-ка я улучшу свою эту пещеру. А, шкура барсука. Пока нельзя. Тогда подождем. Ты у нас кто? Ты следовать за ногами мамонта, ясно. Там еще задание есть. Пошла ты. Так. Что там? Одноруки. Винча Квайфа, Тачисла Тачичам, Винча Бардаха. Мадам Шитауса, Сам Шарм Хадус Дамша. Смайган! Так, что ты хочешь? Хижина Вуги. Ну давай сделаем тебе хижину. Мне не жалко. Отлично. И выберите. Так, винчи разбросаны по всему Урусу. Ищите и спасайте их, чтобы ваша деревня стала больше. Нажмите А и выберите мне деревню, чтобы увидеть, что кто в ней живет. Строить новые хижины и улучшать их. Понятно. Так, что ты теперь хочешь? Смайка! Бальдам читатиста. Ну та бальс нагута. Ну ты вообще молодец. Сделал мне отличную кошку. Так. Изготовление. Опа, сколько у меня всего открылось. Пояс для метательных ножей. Так, пояс охотника. Можно нанести две ловушки и две бомбы с пчелами. Мешок можно нанести обычное количество предметов из меню мешка. Можно нанести 50% больше. Так, ну давай, это у меня ничего не стоит. Давай, конечно. Так. Так, шкура козла мне нужна. И все, теперь у меня можно нанести 6 ловушек и 3 бомбы. Нужна одна шкура козла, чтобы нести побольше ножей. Каждого типа. Понял. Навыки. Так, навыки, давай-ка... У нас сова научится атаковать. Так, там есть задание. Так, вот кто мне нужен. У нее же лук есть. Шкура бурого медведя. Одна. Понял. Все, сейчас я тебе ее достану.
Буру медведь. Все, я иду за тобой. Мишка, косолапый. Так, а у меня оружия никакого нету. Разберусь с тобой потом. А, блин, мне ж тайник нужен. Так, мне нужен. Это что? Да мне тайник нужен, мать вашу. Где тайник? Че, только у меня в пещере, что ли, во всей деревне, одни тайник? Стыд, позор. Так. Так, вот еще пыль южного камня, отлично. Так. Изготовление, я уже могу что-то собрать. А, метательный нож ярости. Вы еще не умеете делать ножи ярости. Теперь умею. Покрытый ядом каменный нож. Нож яд сводит врагов с ума, заставляет нападать друг на друга. Это очень хорошо. Так, козлина у нас уже появилась. Можно нанести 4 ножа каждого типа. Хорошо. Мне теперь только нужно найти Буро медведя, и она нам, надеюсь, даст хорошенький такой лук. Идем за Мишкой. Хорошо. Так, может, по дороге еще что найдем интересное. Так, это у нас что? Это был козленок. Так, где ты? Вот ты где. Так, дальше. Туда. Так. Так, даже, честно говоря, толком и непонятно, что с этими всеми травами делать. Ну, помимо того, что я делаю вот это ускорение, там лечусь там как-то, и все, больше ничего никак не происходит. Ой, блин, давай быстрее. В предыдущих частях было все намного интереснее, все расписано, все показано, что, как, куда. А тут какая-то неразбериха. Так. Там кто-то охотится, это мои? Да, это мои. А вы что здесь делаете, придурки? Это что? Это кабанчик. Так. Что происходит? А. Самый умный, что ли? Так, все. Я вообще не собирался никого убивать и вообще кому-то помогать. Но, увы, пришлось. Че? Так, этих взрослых оленей у меня еще не было, кстати, по-моему. Я их вроде еще не убивал. Или убивал. А, вот и Мишка. Ах ты наш косолапый, засранец. Ты готов умереть? Где мой? Так. Так, у меня только один. Так, фас. Все, мы пришли за тобой, медведь. Не ожидал нас увидеть-то. Воу, воу, ты тише, косолапый.
Что такой агрессивный-то? Так, а сколько там шкур-то нужно было? Не. О. Куда? А, вот копье одно. Только одно осталось, очень жаль. Так. Может тут где-то еще будет мишка? На всякий случай. Нет. Тут козлята вон бегают. Так, ну в принципе все, теперь можно возвращаться за луком, надеюсь. А, можно просто прибежать. Ой, пропустить. Это самый лучший вариант. Так, ну все. О, уже ночь. А, ну тут я уже все собирал. Сейчас посмотрим, что скажет там вот эта девчушка. Сейчас и сделаем шкуру бурого медведя. Я не понял, я же забрал у него шкуру. Что за бред? Ну ладно. Или это был обычный медведь? Что за черт? Так, туда. Тут ничего не появилось, по-моему. Черт! Блин, да в эти камни попадались бы почаще. Так, я уже слышу этого медведя. Он где-то рядом. Это кабанчик. Еще один кабанчик. Так, я тебя не трогал, не смотри на меня. Так, волчата. Да... Чё-то сказал ты? Так, коготь у нас как-то улучшен, он сказал. Я что, смогу быстрее подниматься? Я что-то как-то и проглядел это все дело. Так, не вижу медведей. Это что за арка такая? Для чего она? Ну, она будет очень красиво гореть, скажу я вам. Так. Нам туда. Блин. Это какая... Что за место вообще? Мне нужен медведь. Что-то я здесь медведя не вижу. А, мед у меня должен быть где-то. А, с мед я просто так выкинуть, наверное, не могу. Хватит шуметь. Так, далеко не плыви. Блин. А ты вообще кто такой? Что делаешь на моей земле? Блин, черт, кабан.
И малыш. Так, олень. Так, что за место вообще, не понял. Че здесь люди вообще ошиваются? Так, блин. Где ты, Мишка, дорогой? Всех искать, блин, приходится. Чё сказал? Блин, волки, волки, одни волки. Кнопка, блин. Черт. Где бы мне найти этого? Уродца. Ну все, уже светает. Так, может где-то на другом месте его можно поймать. Бурый медведь. Так. Вот еще здесь есть бурый медведь. Вот здесь есть бурый медведь. Так, сюда я отправлюсь. Так. Нам туда. Сначала проверим. Нам ничего не помешает. Все отлично. Так, тут кто-то то ли сражается, то ли еще что. Так, ну я иду. Ну вы твари, это все из-за вас. Так, ну все. Очень надеюсь, что тут будет чертов бурый медведь. Слышно, что, по-моему, кого-то. Так. Так, слышно. Где, где, где? Может, здесь где-то? Что там? Тигр, что ли? Так, я сейчас с тобой разберусь, 5 сек, твою мать. Валил отсюда. Да ты достал уже. Иди сюда, ты здесь тоже. Так, а вы что тут вообще забыли, придурки? Стали вы тоже, блин, на каждом шагу. Пошли бы уже в свой двор и там то самое делали. Так,
Где этот чертов медведь, чтобы он сдох? Предмет невозможно. Где это, урод? Где ты? Это что? Это вообще, блин, як. Он нам не нужен. Так, эти печки мне, по-моему, нужны. Так. А ну-ка. Так, мне нужен мишка. Блин, не видно его вообще здесь. Так, что тут? Это сова моя орёт или какая-то другая птица здесь есть? Ну-ка посмотрим, как она атакует. Ничего себе. Шустренько. Блин. Ладно, найду, блин. Ловушка. Так, вы еще не умеете делать ловушки. Умею, конечно. Замаскированная ловушка поможет устроить врагу или хищнику неприятный сюрприз. А где ловушка? А, вот они еще меняются, отлично. Круто. Так, ловушка. Бомба ярости. Нож ярости, понял. Понял, вот так. Все, пускай его полный будет. Так. Так, ну ладно, медведя здесь нету. Пойдем тогда выполнять задание где-то вот тут. Собирательница сила. Она где-то вот здесь рядом как раз. Пойдем к ней. Возможно, по дороге найдем мишку. Косолапую тварь эту нашу. Так. Як здесь есть. Тут наш аборигенчик один. Были, да сплыли. Птица. Так, это редкая, может, птица. Кто знает. Посмотрим. Перья, обычные перья. Это плохо. Козлики нам не нужны. Ну давай. Найдите охотника Винчу. Так. Так. Что тут? Найдите охотника Винчу. Где следы? Вот они. Так, козлик. Вон там они. Сейчас мы найдем эту шкуру. Где ты, падла?
Вот она. Вот следы. Пещера Танта. Дантана. Понял. Где ты, падла? Ага. Блин. Куда ты побежала, киса? Ладно, убежал. Ничего, нам погоды не строит. Так, обыскать. Да блин. Убил моего волчонка, да? Ну ты, падла. Я тебя спасу. Еще один. Блин, а тут можно, интересно, включить цель, чтобы была всегда так интерфейс? Цель, 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 цель. Индикатор здоровья. Отображает прицел лука. Включить прицел клювочин. Ну все. А если вот я с дубинкой, то как тогда? Так, как с него шкуру-то снять? Или я уже снял? Ладно. Так, ищем Данатана. Так. Сюда, что ли? Нет. Где он? Так, сюда. 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 Не понял. А, вот. Да лечить, лечить, конечно. Такар, Гуаршта, Ахур Тигри Шамби, Факули Такар. Блин, не попал. Ох, не падла. Так, что, убейте всех, всех тигров, хорошо. Куда ты делся? А, это саблезубый тигр, понял? Что, самый умный, что ли, катается он тут? Поднимайся давай. Лечиться и сдавай за тигром. Да вы чё, блин, со всех сторон, блин, нападают. Так. Блин, вы уже достали, если честно. Снять. Снять. Все. Варшта, Браштар, пас. Да не за что. Да. Пещера костей завершена. Отлично. Так, теперь уходим отсюда. Так. Стоять. Так, они нам не интересны. Нам бы бурого медведя. Это что такое?
то ли сланец, то ли камень. Северный черный камень. Так, это перья, обычные перья. Обычные перья. Так, як. Так. Нам нужен теперь только медведь. Изготовление. Что-то я могу изготовить. Так. Ремни для дубинок. А, сейчас я могу нести 2, но буду нести 4. А теперь еще и 6. Мне теперь нужен леопардыш. И... так, кошачьи там. Что тут? Кулинария. Это что? Поиск ресурсов. Давай. Чё? При поиске древесины, камня... тростника, и вы будете получать больше ресурсов. Хорошо. Это хорошо. Так, я слышу медведя или что? Это что? Это глина. И это глина. Так, ну, глина нам не нужна, жаль. Вы кто такие? Свои ребята. Черный северный камень. Тигрята тут бегают. Оживлененько, скажу я вам. Иди за мной. О, медведь. Наконец-то. Блин, промазал. Отлично. С бурого медведя есть. Ну все. Шкуру я с него снял. Так. Навыки мешок. Бурый медведь. Полосатого волка. Так. Черного льва. Бурый медведь, вот. Одна шкура есть. Отлично. Теперь... не то. А, карта. Теперь переместимся вот сюда. Да нет. Как... вот деревня. Вы сами видели, что у меня и была эта чертова шкура. Надеюсь, она сейчас никуда не пропадет. Так. Все. Есть. Мы улучшили ее хату наконец-то. Навыки охотника. Раша. Длинный лук. Наконец-то. У вас еще нет раши. Теперь есть. Удерживайте штеп. Удерживайте Т. Подготовиться. Отпустить. Понял. Но Т будет долго. Наверное, надо поставить на Q. Нет, на Q у нас выбор оружия. Я так запутаюсь. Ладно, пускай будет на Т. Попадание в голову может убить врага, понял?
Длинный лук, вы еще не... теперь умею. Так. Можно использовать прицел. Целая точность на дальних дистанциях. Все. Понял. Так, это длинный лук, видимо. Обычный. Длинный. Так, сейчас проверим наш длинный лук. Брашта. Так, бежим, 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 бежим. Где наша жертва? Так, вот и жертва. Так, это какой у нас лук? Длинный. Все. О, а почему не целится? Не понял. Почему не целится? Что за бред? А, вот. Я, видимо, был еще на своих землях. Ну да. С одной стороны убивает. Там у нас что? Да, спокойно, с одной стрелы. Отлично. Но он очень долгий, так что нам сойдет вот этот. Да. Так. Что тут у нас еще есть? На Т. Понял, сейчас. Так, это что у нас там за козлик-то бегает? Белый. Так, догони кого, догони, где ты, где ты, где ты? Блин. О, это не козлик, это олень. Шкура белого оленя. Редкая причем. Ну все, на сегодня, думаю, хватит, друзья. Продолжим в следующей серии. В следующей серии постараюсь побольше миссий, а то в этой я немного забегался. Подписывайтесь на канал, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на группу ВКонтакте. Всем удачи и пока, друзья. До скорых встреч. Let it go, let my body go. Make our bodies higher and higher.